Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лобли Вор, и добро пожаловать на рубрику «Интересные проекты Space Engineers». Нас сегодня ожидает довольно необычный проект, который позволит нам без топлива подняться наверх. Нет, конечно, там есть использование топлива, но все это организовано немножко по-другому. И поэтому я предлагаю вам взглянуть на очередной проект от Брюса Лидл. Брюс, ну хватит меня заваливать проектами. Точнее, меня никто ими не заваливает, просто я на них натыкаюсь. Давайте посмотрим, какой у нас интересный проект, который называется «Космический трос», дорогие друзья. Думаю, большинство из вас хотело когда-либо построить некую установку, ну, грубо говоря, лифт до космоса. Такая вот крутая установка вам поможет это сделать, потому что... Ну, во-первых, тут все органически сложено, все правильно сделано. И, что самое интересное, он сам по себе строит трос, то есть вы можете просто его поставить и заняться своими делами. И если у вас, конечно, зип-спида хватит, то есть вы сможете достроить лифт доверху и спокойно спускаться, кататься вниз и наверх. Ну, у вас, короче, будет трос, по которому вы можете поехать на космос или просто подняться как по лифту, да, то есть, ну, это все равно прикольно и клево. Ну что ж, давайте разбираться, как эта станция устроена и как она работает, и как здесь все будет себя вести. Итак, у нас тут забавное то, что эта маленькая станция, она напоминает нечто, то есть какой-нибудь заводик маленький, да, и по себе, в принципе, имеет довольно неплохой функционал. Я думаю, эта система готова к тому, чтобы ее использовать в режиме выживания. Почему нет? Ну, круто же. Вот. И, значит, заходим сюда, и мы первое, что видим, это количество, допустим, компонентов и всего остального, ну, что тут может быть или не быть и так далее. Ничего интересного. И заметим, что тут есть автоматические, точнее, нет, не автоматические, а просто шлюзы. Все это говорит нам о том, что действительно мы можем, то есть эту станцию можно использовать не только на Земле, но и в бескислородных, короче, пространствах, что круто, несомненно. Здесь у нас имеются два креслица для типа регулировки всего. Ну, зачем их двое, я не знаю, наверное, для виду. Кстати говоря, здесь обязательно нам автор сказал, что надо сделать данный корабль, конвертировать в корабль. Здесь это сделать невозможно, кстати. То есть постройка конвертировать в корабль, чтобы все работало. Но мы это будем делать в другом месте. Итак, еще один шлюзик. И мы выходим в верхнюю палубу. У нас тут лазерная антенна, судя по всему, для связи с нашим этим устройством. Я не знаю, конечно, на сколько километров данная штука будет работать, но надеюсь, будет. Вот она, лазерная связь. Здесь она есть. Что-то мне нравится этот блок, он довольно интересный такой. И здесь имеются два резервуара. Кстати говоря, резервуар чего, я так и не понял. Давайте посмотрим. Давайте мы возьмем блок и просто вскроем и увидим, что здесь рефайнери, по-моему, да? Да, здесь рефайнери, и это круто. То есть мы можем сюда просто очищать. Кстати, хорошая идея их сделать с такой внешностью. В среде, скажем, где могут летать пираты, вы можете их вот так, таким вот образом классненько так защитить от врагов. Поэтому хорошая идея, 5 с плюсом. Да, конечно, я сейчас говорю об слишком очевидных вещах, но тем не менее, мне это понравилось. Здесь у нас имеется кислород... Так, отвяжись. Здесь у нас имеются кислородные генераторы, которые вырабатывают нам кислород, который нам понадобится там наверху. Все это передается по трубам внутрь данного устройства, которые, кстати говоря, эти трубы с железным каркасом будут строиться до самого космоса. Как это будет происходить, думаю, понятно. Здесь имеются два сварщика. Кстати говоря, проект это полностью ванильный. Здесь нет модов, абсолютно нет модов, за что я уважаю Брюса. Лидл. Вот. И здесь также имеются два этих, точнее, четыре кислородных бака. Тоже, что очень классно. Теперь давайте же рассмотрим, как это все будет работать, что это очень важный момент. И да, кстати, здесь контейнеры большие для компонентов. Итак, значит, мы вышли тут сюда на поверхность, на мостик, идем такие, в общем, расхрабрились. И проходим мимо двух этих капсул спасательных. То есть, да,
Это для того, чтобы спускаться вниз. То есть, допустим, мы сделали лифт над доверху, и мы хотим спуститься вниз. Вот один из вариантов. То есть капсула сброса. А, я не очень уверен. Ну, допустим, построили что-то доверху, там все настроили, сделали, а потом просто спускаемся вниз. А, как будем подниматься, я пока не знаю, но надеюсь, для этого имеется свой план. Вот кабина основная, откуда мы будем всем заправлять, собственно говоря. Это довольно интересное место. И здесь имеется такая вот кнопочка, точнее панель на роторе сделанная. И тут кнопочка Build on Off, само собой. Здесь единственная кнопка, которая позволит нам все это строить и возвышаться наверх. И здесь написано cooldown. То есть cooldown, наверное, это холодный сброс. Или что это просто сброс. Надо будет как-нибудь перевести это слово и понять, что оно значит. Не бейте меня сильно за то, что я забыл. Так, ладно. Давайте настроим это все, чтобы начало строиться и работать. Я немного голову ломал, как это все делается, но, то есть, точнее, как это все превратить в корабль, потому что это очень важно. Здесь этой функции нет. Давайте посмотрим сюда, может здесь будет эта функция. Вот, нажимаем конвертировать в корабль. Все, у нас все работает. Это обязательно нужно сделать, иначе ничего работать не будет. И все, постройка началась, то есть нажимаем на Start Building. И вот эта штука ездит наверх. Давайте посмотрим. Она реально ездит наверх. А потом нижняя платформа открепляется, верхняя платформа прикрепляется. То есть, вот, точнее, верхняя прикрепляется, а нижняя открепляется. А потом подтягивает наверх. Потом нижняя прикрепляется и верхняя отстраивает дальше. То есть через проектор данный, заданный этот чертеж. И у нас возвышается, само собой, такая вот система. Так можно до самого космоса, реально, ну, надеюсь, можно. Надеюсь, спид не упадет, достроится. И на самом деле, это реально крутая идея, ребята. Реально крутая идея. Мне очень нравится, я этот проект прям зарезервирую для себя. Потому что, может быть, кстати говоря, возможно, после 6-й серии, которую я выпущу, будет небольшая пауза. Небольшая пауза, которую я заполню довольно интересным летсплеем. Я хотел бы начать некий летсплей, потому что, ребята, скучно. Скучно все время делать одно и то же. И даже если ты снимаешь сериал, то серии это, конечно, круто, но вы должны понимать, что на серии уходит слишком много сил. А у меня было много хандры и много, скажем, технических проблем. И не все удается сделать так, как хочешь, потому что у тебя ПК долбанный старый, блин, и ничего не получается реально реализовать, и поэтому серии будут выходить, как, не знаю, как из пулемета, только тогда, когда у меня будет хороший ПК, а пока что мне приходится с этим мучиться очень долго. Итак, мы строимся и возвышаемся все выше и выше, и как вы видите, данный проект идеально работает, в принципе, да, то есть, когда вы будете в космосе, когда кислорода будет мало, вам не надо будет ни о чем волноваться, потому что если вы загрузили там внизу все, то все здорово и прикольно. Такие вот дела. Ну что ж, я надеюсь, вы, так, секундочку, не будете обращать внимание на то, что у меня тут всплывает, я надеюсь, это все не видно. Если будет видно, я, конечно, замажу. Так. Итак, такие вот дела, дорогие друзья. Осталось лишь сказать пару слов о некоторых наших вещах. Так, и как отсюда спускаться. Ну да, спускаться капсулой. Давайте немножко достроимся. И потом я спущусь на капсуле. На капсуле вниз. Вот, сяду сюда и нажму на кнопку активации. Свалюсь как кусок счастья вниз. И получится довольно интересная штука. Ну, сейчас мы пока едем наверх. Я посмотрю сюда в сторону. Издалека вроде вода похожа на воду, но это не вода. Жаль, что здесь нет воды. Ой, как жаль. Да, ну а сколько метров мы? 164 метра почти что над землей. Неплохо. Ну и не особо хорошо. Не сказать бы, что это довольно быстрая штука. Конечно, вы на ней не взлетите так быстро, как хотелось бы, допустим, на корабле, потому что это все-таки строительство, а не полет прямой. Поэтому ждать, что это будет очень быстро, неправильно, что это быстро не будет. Ну и такие вот делишки. Так, о чем мне осталось сказать? Да, мне осталось немножко подождать,
что все сейчас нажму на паузу, и пока будет пауза, я, собственно говоря, за эту паузу надеюсь, что достроюсь доверху. Итак, дорогие друзья, в принципе, мы отстроились на определенную внушительную высоту. Как вы видите, мы уже почти наравне с горами, и, в принципе, на все можем смотреть сверху вниз, так, причем конкретно. А озерцо у нас отсюда видно полностью, уже как бы недалеко. Короче, мы где-то отстроились на полкилометра наверх, и, в принципе, движемся так по 50 метров, то есть по 50, по... 40 где-то так, и у нас, в принципе, неплохо так получается строиться наверх. Так что вся данная штука работает без лагов, и это самое важное, что я хотел, впрочем, потестить. А теперь, я думаю, достаточная высота для того, чтобы сброситься через капсулу, достигнута. И теперь вот у нас здесь две кнопочки, таймер блок и бекон. Бекон это как моя. Нажимаем это, залезаем сюда. И ща нас вырубит отсюда. Помогите, спасите! Да. А, ну, и здесь, конечно же, парашюты, судя по всему, раскрываются, да. Кстати, неплохая идея так вот спускаться. Вообще, идеальная, я считаю. Мне что-то казалось, что он без парашюта будет лететь вниз, но... Это идеальная такая идея. Почему? Потому что вот раз и, в принципе, получилось все, что мы хотели. Круто. Сейчас мы долетим вниз. Хотя уже, я думаю, можно закругляться с выпуском. Дорогие друзья, с вами был Лурлемур. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, конечно же, ожидайте новую серию. Хотя не ждите очень сильно. Ну, потому что она будет буквально не совсем завтра и не совсем послезавтра. Но, тем не менее, ожидайте. Дело в том, что у меня, как только я решу технические проблемы, конечно же, вы получите новую серию. Ну, а так, я надеюсь, что вы хорошо отдыхали летом, ели манную кашу. И все, что полагается, получали витамины от солнца. И получите еще. Пока что пора готовиться к школе, если вы, конечно, школьник. Или к работе, если вы работник. Ну и желаю вам всего самого наилучшего. С вами был Лемур. До скорых встреч, дорогие друзья. Всем пока.